Семь женщин, влюбленных в паруса и родной край, на борту яхты «Чара». В музейной регате зеленодольский экипаж участвует уже в четвертый раз. Она тем интереснее музейная регата, то, что вот сколько мы бываем на острове, ни разу не ходили именно с курсоводами. Поэтому здесь вот обоюдно. Такой приятный момент. Маршрут регаты пролегает через самые интересные места акватории Волги. Сначала яхтсмены отправились в Казань, после посетили остров Град-Свиярск. Среди экипажа немало новичков. Команда яхты «Афалина» – одна из самых молодых участвующих в регате. Нам очень нравится ходить под парусами, гоняться, дружить, знакомиться. После завершения парусной гонки самые быстрые экипажи получили призы и грамоты от Министерства Республики. Среди призеров и зеленодольские команды. Альмира Низамова, Юлия Озерова, Дамир Низамов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».